Пиздец. Да, это походу как или склады что-то, короче, рвануло. Так близко, так вообще к нам. Может одеваться? Слышишь? Да, давай, наверное. Звонить? Не знаю. Что я не буду? Ты отошла мобиль? Угу. Юля. Я не знаю. Вы одеваетесь, да? Ну, одеваем, хорошо выходим. Да? Выходить, да? Вы, короче, одеваетесь, да? И мало их, да, одевайте, мало. Стасика не одевается, говорит, там база горит. Давай одеваться, Стасика. Да, выстрелы идут, он, не знаю, что это, осколок какой-то отлетел. Понять просто, взрывы идут, я надеюсь, что там атомной бомбы нету. Стасик, там столько, что пол Харьковска, что и Харьков даже убьет нахер, понимаешь? Но это преувеличение. Нет. Какие-то заряды, наверное, летят. Что? Заряды летят. Заряды летят?
Ну, говорят, да, там взрыв может произойти такой, что и нас, поэтому лучше подальше. Пока ничего. И тише, нет? По-моему, потише стало. Что? Потише стало. Тревога.
взрыв только, я не знаю, Алло, ма, это... Ну, так это, слышишь, а что, вы тоже выходите, да? Да, мы до моста идем. А зачем до моста? Это ж ближе к базе. Куда он идти? Не, так вы ж не на базе. Ты что думаешь, что поселок за деньги? Ну ладно, давай, Майя, если что, созвонимся. Так, а что до речки? Это ж открытая местность. Я понял, все, ладно, пошли. Ну, я надеюсь, что там атомной бомбы нет уж, правильно? Это я смотрю, там какие-то взрывы, похоже, как фосфор какой-то взрывается. Хорошо, хорошо, все. Да, все, все, да. Все. Все. Хорошо, хорошо. Хорошо, все, давай. А вещи с собой какие-то брать? Хорошо. Для малого давай. Возьми что-нибудь из одежды. Давай. Ну, все, давай, пока. А ну тоже может там остаться. Что-то сам, давай. Да, хорошо, все, давай, мам. Thank you.
Да, отключила. Что брать? Сейчас. Да, попей, сынок.